Всем привет, ребята! Ну что, сегодня на Китайке у нас интересный хрустальный сундук, и под него мы будем играть в интересного пирата. А вот такой вот хрустальный сундучок с топовыми плюшками, чего, в принципе, ну такое же приблизительно есть на английском сервере, но тут, мне кажется, поярче последние награды. Плюс есть пират, которого мы сегодня будем играть, посмотрим, какие шансы на пирате на китайке, потому что на китайке реально тоже весело играть, особенно для бездоната. Так, какие это забрали, let's go. Нету у нас тут наград, а что у нас тут? Ну плюс на трату вы еще имеете дополнительно. Заберем 10 коробок, где-то так. В общем, поехали. Можно было бы просто здесь потратить, забрать эти награды, но по сути лучше посмотреть на пирата. Так, что у нас на пирате есть? Смотрим. Третьи карты, ну, английского пирата я вам уже показывал. Так, сумочки, мешки огника. Тут, кстати, тоже не меняют. Это на английском начали последнее время менять пирата. Более-менее интересно хотя бы. Так, сразу же 5 удочков. Ага, понятно все. Ну, смотрите, неплохо так руны падают, сыпят. Рунки есть, камешки есть. Отлично. Ну, в общем, сейчас посмотрим, что мы сможем тут вытащить. Вот опять же, смотрите, сумка с огником упала. Еще одна сумка с огником. Нифига себе. Это какие тут шансы? Две сумочки уже есть. Да, интересно, интересно. Сейчас я гляну. У меня тут по первым сумкам. А, отлично, я тут все пооткрывал. Ну, сейчас посмотрим, сколько мы сможем там за 50к вытащить сумочек отсюда. По сути, очень удобно. Ну и сумки с питомцами падают. Это тоже радует. Все, это было мега везение один раз только. Так, забрали, что у нас на почте творится. А, у нас удочки уходят в перелимит. Окей, сейчас мы это изменим. Нам, в принципе, синие кристаллы не особо нужны. Хватит. Так, поехали. Да, что-то первые разы упало, дальше не особо падают сумки. Все равно даже так по расходникам этот пират намного круче. Так, хорошо. Третьи карты уже, в принципе, неплохо. И по сумочкам. Ну, сумок питомцев не так уж и много. Но видите, дальше перестали падать на огника. К сожалению. Я-то думал, тут вообще халява сейчас будет. Ну, 9 камней. Тоже неплохо, считайте, 3К кулаков. За раз. Плюс рунки. Вот еще сумочка. Ну, две сумки вытащили.
дальше не дает. Так, три. Окей, поехали дальше, посмотрим. Все равно это получше, чем на русском сервере, где я показывал шансы на выпадение. Там просто нереально выбить ту сумку одну. Тут уже три упало. Плюс дополнительно ты осколки получаешь с акции на трату. Ну, если 50-60к потратишь. Вот еще одна сумка. Так, отлично. Вот еще одна сумка, нифига себе. Круто. Да, тоже очень-очень неплохой пират для бездоната. Конечно, на английском сервере по-своему хорош, но тут зато можно лутника хорошо собрать, для собирать нужные осколки. Еще плюс два мешка. Так, окей. Немножко пойдем посмотрим, что мы там повытаскивали. Ну, камешки однозначно падают, это плюс. Расходники для бездоната тоже классные падают. Вполне прилично. Так, окей. Блин. Ну, дадут еще одну сумку или нет? Не дали. Так, окей. Смотрим, что у нас получается за трату. Еще даже давайте 5 када добьем, чтобы было уже 60. Раз. Вот еще одна сумочка на лутника, нифига себе, круто. Это, конечно, офигенно. И медальки дают, нифига себе. А тут и медальки, это отсюда. Так, еще два заходика надо сделать, забрать. Я себе еще сумка. Это круто. Да, почему таких нету на русском сервере акция? Так, окей. Что мы имеем? Забираем отсюда. В принципе, третья карта. Еще одна у меня была 125. 4 карты мы получили. Плюс рунки на эволюцию, плюс коробки. Я думаю, на 60к потраченных это реально крутые ресурсы. Так, окей. Окей. Поехали, смотрим. Что у нас тут? Так, сумочки. Это атака фортов, надо открыть. Лучки. Так, что там у нас есть интересного? 8 сумок.
Блин, да, это круто. 8 сумок получить. Всего лишь 13 осколков, правда. Но все равно это лучше, чем ничего. 33 осколка, считайте, я уже собрал за 60к. Ну, относительно неплохо. Так, окей. Что у нас? Это у нас третья. Кулаки, карты. В принципе, тоже можно открыть. Красные кристаллики нужны. Они как раз отсюда падают неплохо. Так, 17 первых. Тоже относительно неплохо. Так, там еще коробки получили оттуда. Так, а тут что у нас? Карты, эмблемки. Ну, тоже можно открывать. А, не открою, у меня что-то перелимит уже ушло. Интересно, что? Непонятно. Ладно, неважно. В общем, вот так вот, ребят, такой вот пиратик и плюс хрустальный сундук, я считаю, это реально очень-очень даже ничего. В любом случае, это лучше, чем пират на русском сервере, где дают просто ресурсы. Здесь вы можете собрать быстрее намного овника. Особенно для бездоната, это реально топчик. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.